Отучились 9 классов и на улицу. Жители городка Люботин под Харьковом требуют вернуть детям право получать полное среднее образование. Исполком местного горсовета решил сэкономить и сократил в двух школах старшие классы. Родители считают, что чиновники решили довести до упадка небольшие школы. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Ученики Люботинской школы номер 6 растеряны. За этими партами они провели 9 лет. Но закончить учебу за ними же не смогут. Городские власти приняли решение 10 и 11 классы в двух местных школах не набирать. Почему? Ни детям, ни родителям не объяснили. Кто-то говорит из-за экономии, кто-то говорит из-за того, что в первой гимназии или в какой-либо большей школе, чем шестая, будем получать более качественное образование. Ученики пятой школы, которую решением исполкома также урежут до девятилетки, не согласны с тем, что у них плохо учат. Это копия всех наших побед. Тут энергосбережение, побуті на навчальному закладі, екобудинок. Это теннис. Мы уже 3 года подряд занимаем первые места. Если здесь не будет 10 класса, до другого учебного заведения, куда придется переводиться, добираться больше 5 километров общественным транспортом. Волнуются и родители. О том, что нужно искать другую школу для детей, узнали в середине лета. Отношение в тех школах к нашим ученикам, к нашим детям, которые, как бы, Люботин делится на старый и новый, вот, всегда была вражда, и наших детей там будут ущемлять, обижать. Были случаи неоднократные, избиений. Высказать свою позицию ученики решили лично мэру. Вместе с ними идем на прием. Но, завидев камеру, Леонид Лазуренко приходит в ярость. Дети, пожалуйста, какой у вас вопрос? При телевидении разговаривать без записи ни с кем не собираюсь. Вы еще маленькие, чтобы обсуждать со мной серьезный вопрос. Мэр покинул кабинет и согласился общаться с детьми без камер. Но и после встречи так и не удосужился объяснить, что это за оптимизация. Кто никуда, я не знаю, вам его жалуются, мне не жалуются, у меня ни одной жалобы. 7 школ, у наших детей выбор. Вот у нас в Песочине строят школу, там школы нет, негде детям учиться. Начальника Люботинского ГУРАНО на месте не оказалось. Причину сокращения классов мы узнали из ответа на депутатский запрос. В нем сказано, сокращение сэкономит городской казне 209 тысяч гривен. Областные чиновники о проблеме знают, но ничего сделать не могут. Є міський голова, є депутати міської ради, які приймають це рішення. І впливати на це рішення ми, ну, законодавчо ніяк не можемо. Дети же и родители опускать руки не собираются. Пишут письма депутатам, собираются на прием к министру образования и даже в суд. А 1 сентября все равно придут за свои парты. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьковская область.